Всем привет! Сегодня у нас пятница. Мне Леночка прислала какие-то моя подруга приятности на новую почту. Посылочку иду забирать. У нас выпал снег. Получила я свою посылочку от Леночки с Николаева. Решила меня побаловать. Написано «косметика». Сейчас будем смотреть. Хочу вам показать свою покупку. Там в переходе такой левый совсем ларек, но Avon. Но там оказались мои любимые тени. Это мой бестселлер. Это Color Trend Лесомва Нимфа. Называется. Обожаю эти тени. И нижние стрелки им делать, и верхние. Ну, то есть для меня сейчас лучше этого уже пару лет точно нет. Так что очень довольна покупкой, и 60 гривен. Так, и сейчас распаковываю посылочку и вам все покажу. Распаковала, и у меня уже слов нету. Любимые туши от Maybelline, шоколадки. Так, все распаковываю дальше полностью и вам показываю. Ну, Ленусь, ты даешь, конечно. Ну что, распаковала я свою посылочку. Такие нужные все и классные вещи для девочек. Спасибо, Леночка, еще раз. Значит, прислала вот такой вот от доктора Санте. Алоэ вера, легкое расчесывание спрей. Вот такой вот. 0% парабенов. Будем пробовать. Ни разу вот этой фирмы я не пользовалась. Очень интересно и, конечно же, всегда нужная вещь, согласитесь. Так, далее две масочки. Это питание и восстановление. Я ей уже делала и себе одну прикупила. Очень классная маска. Вот это я еще не пользовалась. Это разглаживание морщин, увлажняющее, омолаживающее. Леночка мне всегда балует масками. Так, далее из косметики. Это любимицы наши с ней. Это вот такие туши Maybelline. Лучше их я не нашла еще. Вот мою такую вот, эту, сейчас покажу, сиреневую и желтую. Лучшие туши для нас вообще нету. Вот, вот моя тушь. И вот это еще желтенькая, они очень похожи. Так что мне Ленуся прислала вот такую вот новую тушь. Вот такие вот тени. Хорошо, я себе зеленые купила. Я еще в молодости и всегда вот мне идет сиреневый цвет теней. Вот, и вот мне Ленушка такие прислала, красивые. Вот, в пятом номере, это фирма Белл. Вот такая красота. Потом я сделаю сводчики. Прислала мне помаду от Avon, красную. Уже попробовала я ее. И мне она очень идет. Мне вообще, ну, блондинкам всегда красные помады идут, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Ну и милая приятность, это Milka Bubble. Тут мне Лола фон делает, играется. Вот, так что я очень довольна посылкой. Сейчас делаю скотчики. Так, и вот такая вот помадка. Ну, не так и не видно, такие нежные перламутровые тени. Ой, спасибо тебе, Леночка, большое. Косметика всегда надо. Любимая косметика, любимые вещи, тем более. Ты знаешь, что я люблю. Я тоже готовлюсь. И к Димочкиному день рождения, и к 8 марта. Так что мы уже такие, знаете, две штунды, которые стесняемся друг другу что-то сказать нужное. Но потом, когда уже, ну, действительно, просто не знаешь, что дарить, уже приходит на ум, говорит, что что надо, то и надо высылать. Тем более в наше такое тяжелое время. Поэтому всеми подарками очень довольна. Все нужные, все буду пользоваться прямо с сегодняшнего дня. Поэтому спасибо большое за посылочку. Вам спасибо большое, что вы посмотрели мои такие приятности. Ну, вот, так что сейчас буду все разбирать. И на этом буду вам с вами прощаться. Сейчас включу 3 видео о покупках сегодняшнего дня и 2 предыдущих. Без бытовухи никуда. Покупка продуктов. Так что так вот. Сразу покупки с рынка. Там около новой почты рынок у нас. Значит, взяла птичкам бабушка. Такой колосок повесишь в клетку, они его едят и играются. В зоомагазине также взяла Лоли палочки. Так, Лоли взяла шей по 18 гривен килограмм. Также взяла на ужин, сейчас запеку бедрышки. Бедрышки по 46 гривен, вот 4 бедрышка на 38 гривен.
Так, далее взяла бабушке две рыбки ментая и мужу одну пожарить. Я не люблю, я люблю филе рыбы. А, значит, три рыбки мне обошлись на 65 гривен. И на 40 гривен яблоко семеринка. Она по 12 гривен. Вот такие вот у меня были на сегодня покупки. Еще хочу сходить в ВТБ, но я там куплю сосиски, которые вам постоянно показываю, и олейна. Подсолнечное масло идет в акции по 27 гривен. Больше таких каких-то глобальных покупок не планирую, поэтому уже сейчас ставлю вам покупки за последние два дня в магазине около дома. Тут волка. И буду уже монтировать волк. Видео такое вот свое о приятностях. Так, обзор покупок опять же с магазина Лоток. Яблоко семеринка 16 гривен. Первый раз взяла вот такой попробовать родильный хлеб 7 гривен. Полукраинского 6 гривен. Сок ричи 22 гривны яблочный захотелось. Два граната по 42 гривны тут. Два граната вытянули на 32 гривны. Так, дальше приправу взяла лавровый лист мелиный, паприка мелина и чеснок сушеный. Дальше захотелось вот такие попробовать вафельки от Рошена, такие мягенькие вроде. И вот такой вот очень вкусный рулет, у них тут он идет в акции по 20 гривен. Вот и все мои покупки, которые обошлись на 132 гривны. Обзор покупок с магазина Лоток. Гречка взяла, чуть-чуть она мне рассыпалась. 30 гривен лопнул пакет. Сырок 10 гривен. Творожок 15 гривен. Дальше такая вот сметана на жульен 15% 16 гривен. Сосиски с моцареллой. Так, вот ценник. 82 гривны на 39 гривен. Так, булочки по 16 гривен, яблоко семеринка, хлеб. Грибы взяла тут, конечно, дорогие, по 36 гривен на 13 гривен и тоже на 13. Печенье вот такое 8 гривен, вафли вот такие 6 гривен, новые упаковки, Артек, кетчуп. Баклажановая икра не посмотрела, посмотрю в чеке сейчас. Сок в акции апельсиновый 100% 26 гривен. И вот такие вот спиральки гривен 16. А вот Воля взяла соломку 5 чем-то. Так, сейчас посмотрю, почем ВРС. 30 гривен 43 копейки. Не было кабачковой, но я баклажановую тоже очень люблю. Так, и общая сумма покупок у меня там рубль чем-то сняли с карточки бонусов 288 гривен. Да, вот эти вот покупки.